Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Состоялось заселение двух многоквартирных домов по улице Упсунурская по программе переселения из аварийного жилья. Будущие новоселы смогут заехать в свои квартиры, как только дома будут переданы в республиканскую собственность. А чтобы граждане уже сейчас могли оформить договоры соцнайма, им переданы сертификаты на новое жилье. Счастливыми обладателями квартир в новых домах стали 70 семей. Из них 38 будут жить в доме номер 16, где 30 однокомнатных квартир и 8 двухквартирных. Общая площадь жилья составляет более 1000 квадратных метров. В доме номер 18 32 квартиры общей площадью 1092 квадратных метра, из них 26 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Оба дома построены в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщают в Министерстве Республики, на днях также будут вручены сертификаты на новые квартиры будущим жильцам домов по улицам Московская 117, Упсунурская 24 и домов 30 и 32 по улице Дружбы. Жилье в них получат жить или проживающие в аварийных домах, расположенных на улицах Чехова, Семирадского, Паратурбинная, Лапсанчапа и переулка Медицинский. Проектный офис регионального министерства труда и социальной политики «Шаги к благополучию» перевыполнили план по трудоустройству безработных граждан. Плановый показатель проекта по трудоустройству в целом по республике на текущий год установлен в количестве более 10 тысяч человек. Для достижения цели Минтрудом Республики Тыва заключены ряд соглашений с крупными инвестиционными компаниями, индивидуальными предпринимателями, подрядными организациями. По предварительным данным, на 22 декабря 2017 года по линии центров занятости населения районов и городов Тувы трудоустроены более 10 900 безработных граждан. Из них на постоянные рабочие места трудоустроены более 4 000 человек, что в два раза выше показателя прошлого года. Степень достижения показателя годовому плану составила более 106%. Тувинское региональное отделение Союза журналистов России первыми дали старт юбилейному году. Празднование столетия начали с вручения ветерану почетного знака Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом. Екатерина Танова вступила в Союз журналистов СССР в феврале 1962 года. Человек с интересной судьбой, которая большую часть своей жизни посвятила тувинской журналистике. Более того, она ветеран с самым большим на сегодня стажем в Союзе журналистов Тувы – 55 лет. Мы решили вперед всей России открыть 2018 год, столетие Союза журналистов страны. Торжественное мероприятие провела заместитель председателя Союза и хранительница политнической библиотеки Союза журналистов Тувы Надежда Антуфьева. Это ваш знак. Первой в республике международную пресс-карту нового образца, прибывшую из Брюсселя, штаб-квартиры Международной федерации журналистов, получила нынешний председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Кроме того, почетными грамотами Союза журналистов России были отмечены активисты регионального союза Лидия Иргит и Юлия Манчинол. Дипломом конкурса «Сибирь. Территория надежд» был удостоен Константин Куцевалов. Особая честь выпала и молодым членам, вступившим в этом году. Они получили свои билеты из рук ветеранов Тувы журналистики Екатерины Тановой и Каракуске Чоду. Членский билет Союза вручает наша башкы Екатерина Туптуголовна Танова. В честь столетнего юбилея Российского союза журналистов региональное отделение объявило конкурс «Агальматолитовое перо» по теме «Журналистика. Наша судьба». Мы журналисты, вы журналисты, много говорите, пишете, снимаете о событиях, о разных людях, происшествиях. А о себе говорить очень мало. И вот этот год, пусть он будет годом, когда журналисты смогут рассказать о друг друге, о ветеранах. Ну и в конце концов о себе в том числе и о нашем союзе, потому что это общественная организация, которая объединяет всех журналистов. Героями конкурсных работ станут те люди, которые затрагивают особые вопросы, приходят на помощь, но о которых меньше всего говорят – самих журналистах. Ведь журналист – это своеобразный проводник, доносящий собранную проверенную информацию до общества, а также человек, который своими работами не просто доносит свои мысли до сознания людей, но и заставляет их задуматься о существенности поднятой проблемы.
Отделение Национального банка Тувы начало выдавать банкам республики банкноты номиналом 2000 рублей. Новые купюры являются законным средством платежа, которые обязаны принимать в магазинах, в предприятиях сервиса наряду с другими деньгами. Банкноты новых номиналов содержат целый комплекс защитных признаков. Среди абсолютно новых на 2000 рублей использован оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При его повороте заметно перемещение кольца – это элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент – модернизированная голографическая нить. Первоначально работы по адаптации оборудования производились на контрольных образцах банкнот. После официальной презентации указанных банкнот 12 октября работы по адаптации продолжились, когда участники рынка получили так называемые живые деньги. Данная ситуация соответствует международной практике, поскольку банкноты разрабатываются с соблюдением режима секретности для противодействия фальшивомонетчеству. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 19 копеек, евро 69 рублей 9 копеек. Твоя жизнь, твой стиль, твоя оригинальность. Тони Моли. Твоя натуральность и качество. У тебя есть идея, у нас воплощение. Будь собой вместе с Тони Моли. Официальный магазин всемирно известной корейской косметики теперь в Кызыле. Тони Моли. Теперь я к празднику готов. Дедушка знает, где подарки покупать. Новогодняя распродажа в РБТ.ру. Так, Full HD телевизор Samsung с диагональю 123 сантиметра всего за 29 990 рублей. РБТ.ру. Сотрудниками госавтоинспекции из незаконного оборота наркотических веществ изъято около 2500 граммов марихуаны. На третьем километре автодороги Кызыл-Баянкол инспекторы ДПС остановили для проверки машину под управлением 41-летнего кызылчанина. В ходе досмотра в салоне транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый мешок, в котором находились листья и стебли дикорастущей конопли. Владельцем мешка оказался пассажир автомашины, житель Кызыла, 1971 года рождения. Предоставление в отдел полиции, неоднократно судимый за совершение преступления против собственности, мужчина дал признательные показания и пояснил, что изготовил наркотическое средство для личного потребления. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является марихуаной массой около 2,5 килограммов. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». За данное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. На новогодней елке Министерства образования и науки России примут участие четверо детей из Тувы, воспитанники Тувинского кадетского корпуса: Шайгу Кужугет, Айрада Ктугу, Белек Сад, Мангуней Барбакол. Чтобы попасть на новогоднюю елку в Москве, ребята целый год усердно учились и участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Сопровождающим детей выступил заместитель директора по семейному устройству Вадим Кужугет. Отмечается, что с 25 по 27 декабря Министерство образования и науки Российской Федерации проводит в Москве, в Московском дворце спорта «Мегаспорт», новогоднюю елку для детей, воспитанников организаций, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новогодней елке примут участие тысячи детей, которые прибудут в столицу изо всех регионов России. С наступающим Новым годом детей поздравит министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Кроме того, для школьников запрограммирована экскурсионная программа. Также ребят ожидает праздничный вечер с Дедом Морозом у новогодней елки. Каждый юный участник получит новогодний подарок. Накануне в Республиканской школе искусств имени Ростислава Кинденбиля аплодисментами встретили фольклорный ансамбль «РТН». Ребята вышли и выступили в финале всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» с самыми лучшими и талантливыми детьми России. Ребята достойно представили республику на конкурсе, показали, что они могут быть разными и что им под силу выступать вместе с мировой оперной дивой Альбиной Шагимуратовой. Напомним, ансамбль принял участие в фестивале всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», где представили
правил «Туинское горловое пение». Руководитель ансамбля «Эртене Тумат». За подготовку юных артистов он награжден денежным сертификатом в размере 300 тысяч рублей. Клиника «Алдан» по адресу Ленина, 60, предлагает уникальную процедуру лазерного омоложения. Эта методика стала доступна благодаря появлению высокомощного косметологического лазера нового поколения «Фотона». Под воздействием лазерного импульса происходит омоложение кожи за счет восстановления структуры ее клеток. На сегодняшний день эта процедура является одной из самых эффективных в профилактике старения. Процедура лазерного омоложения дает эффект лифтинга. Кожа становится более подтянутой, выравнивается цвет лица и улучшается ее микроциркуляция. Кроме того, лазер «Фотона» успешно помогает решать более 50 проблем – лечение сосудистых нарушений и угревой сыпи. Также можно провести эффективную долговременную эпиляцию. Если раньше процедуры омоложения кожи и эпиляции были достаточно болезненными, то теперь, благодаря новой технологии, их можно проводить без местной анестезии. Новейший косметологический лазер «Фотона» оборудован специальной охлаждающей системой. Струя холодного воздуха точечно поступает на поверхность кожи перед каждой лазерной вспышкой, защищая кожу от перегрева и повреждения эпидермиса. Так как лазер действует мягко и точно, то реабилитации после процедуры не требуется. Пишите в клинику «Алдан» на комплекс косметических процедур. Подарите своей коже красоту. Первая республиканская FM-радио «Голос Азии» продолжает прятать подарки в черте города. На этой неделе радиоквест «Замес майонез» и такси «Апельсин» предлагают отыскать бесплатные поездки на такси. И чтобы это сделать, нужно, как всегда, разгадать загадку, в которой зашифровано место, где ведущие радио спрятали приз. «Замес майонез», да? Да. Разыгрывать бесплатные поездки такси «Апельсин» будут в течение 2 недель. В такси «Апельсин» действуют выгодные тарифы. За проезд в 1 километр вы платите всего 14 рублей. Звоните по телефонам 66 100 и 66 200 или скачайте приложение для смартфона «Таксофон» и получай 5 рублей бонусом за каждую поездку. Такси «Апельсин» – быстро, удобно, безопасно. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ночью минус 27, минус 29 градусов, днем минус 16, минус 18.